Коварный вирус COVID-19, вспыхнувший в Китае, а затем и во многих странах мира, вмешался в систему работы практически каждого государственного органа и частного субъекта и смог кардинально поменять условия труда и режим работы. В связи с этим многих горожан интересует проблема того, где теперь возможно получить необходимые документы, в частности, те, которые вправе выдать только городской отдел ЗАГС. Для того, чтобы дать горожанам подробный ответ на этот волнующий вопрос, съемочная группа телеканала УКМК ТВ пообщалась с инспектором первой категории отдела ЗАГС города Алмалык Мастурой Ахмедовой. Здравствуйте, уважаемые алмалыкчане. В связи с введением усиленного режима против распространения коронавирусной инфекции с 25 марта 2020 года органы Министерства юстиции будут работать в следующем порядке. Отдел ЗАГС города Алмалык принимает граждан только в случае крайней необходимости, например, регистрация актов о рождении и о смерти. Так, уважаемые заявители, просим вас, для оформления свидетельства о рождении вы должны предъявить документ, удостоверяющий личность родителей, свидетельство о заключении брака и врачебное свидетельство о рождении ребенка. При оформлении запись акта о смерти заявители должны предъявить документ, удостоверяющий личность умершего, и врачебное заключение о смерти. Инспектор отдела ЗАГС также уточнила, что вход граждан в здание допускается только в порядке очереди и в оговоренное время, а также с обязательной надетой медицинской маской после обработки рук антисептиком. Во время нахождения снаружи и внутри здания граждане должны соблюдать взаимную дистанцию не менее 2 метров. Данные временные ограничения применяются в соответствии с законом Республики Узбекистан о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, постановлением Кабинета министров от 23 марта 2020 года за номером 176, о дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции и соответствующими рекомендациями органов государственного санитарного надзора. По всем интересующим вас вопросам отдел ЗАГС города Алмалык просит обращаться по номерам телефонов 186-55-21 с кодом 93 и 608-76-71 с кодом 93.